Евангелие от Матфея, 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Распахнуты двери, небесные дали, настежь открыты врата, нам даром туда приглашение дали руки святые Христа. Открытое небо ждет приглашенных к себе, и пусть мир небесный пока нам неведом, близок он нашей судьбе. Ангелы неба, рядышком где-то всегда. Кто-то без них бы сегодня здесь не был. Людям без Бога беда. А в небе не просто сияют планеты, не просто плывут облака, меж россыпи звезд где-то берег заветный свой свет льет нам издалека. Придите ко мне, через тысячелетия зовет в небо голос Христа. Возьмите его, приглашение, билетик, пока есть на небе места. Открытое небо смотрит на нас с высоты. Кто-то войдет в это небо последним, рухнут земные мосты. Ангелы неба плачут у двери души, просят, чтоб глух к приглашению ты не был, шепчут с любовью: спеши. Открытое небо открыто не вечно, погаснет спасительный свет. К открытому небу нельзя быть беспечным. Возьми драгоценный билет. Иисус Христос сказал: если не покаетесь, все также погибнете. Аминь.